Что, всем привет. Смотрите, это у нас BlueStack. Запускаем Dead by Daylight. Я для него уже тут накидал клавиши. Тестил его 1000 раз. С таким огромным количеством ошибок сталкивался. Это пипец, понятно. Теперь вообще не запускается. Так, давайте вот это дерьмо уберем. Короче. Сейчас запустится, смотрите. 3, 2, 1, 0. В общем, в чем суть? Нигде в интернете вы не найдете установку Dead by Daylight на эмулятор. Все это почему? А потому что все эмуляторы работают на 32-битной архитектуре. И только BlueStack работает на 64-битной. Думаете, этого достаточно? Ни хрена подобного. Эмулятор должен поддерживать OpenCL последней версии. Так как эта игра разработана прям вообще для новейших мобилок, на старых вы в нее поиграть не сможете, как я понял. Вот, то есть эмулятор должен отвечать всем последним технологиям. Такого эмулятора сейчас не существует. Ну, есть BlueStack, конечно, но с начальными настройками, которые он предлагает, у вас поиграть вообще не, игра не будет запускаться. Поэтому нужно будет на сайте выбрать BlueStack, 64-битную версию. Вот, все, рисовка пошла. Ну и, собственно, смотрите, как это работает, да? Вот буду я показывать вам на обучении, чтобы быстрее это все дело проходило. А, фак, я забыл. Обучение не запускается, оно виснет, короче, на этом. Ладно, пока вы здесь, я хочу проверить одну вещь. Смотрите. Мы, получается, BlueStack поставили 64-битную версию винды, 64-битный Android. А потом в настроечках, получается, что мы сделали? Движок выбрали совместимый графический рендеринг OpenGL. Ну, у меня, короче, в процессе нет встроенной видюхи, поэтому, ну, у меня дискретная. Потом текстуры вообще ни на что не влияет. Я по максимуму поставил. Дальше тут выбрал RM64. Но тут работает как с авто, так и с RM. Тут работает без этой галочки. Тут работает и с двумя ядрами. Здесь с отключенным декодированием работает. Просто я тестировал. Вот. Потом, смотрите, мы с 4 PDA, допустим, качаем APK-шку и кэш. Устанавливаем это все дело с помощью APK комбо. И устанавливаем GL Tools. А, ну, в принципе, вот с этим комплектом можно уже запустить игру, но там будет отрисовка 2 метра. И FPS, ну, где-то 5. Вы играть не сможете. Поэтому устанавливаем root. Root устанавливается с помощью вот такой вот проги BlueStack Tweaker 6. Тут мы патчим, unlock делаем, устанавливаем root, супер, пользователя, бам-бам-бам, проверяем. Устанавливаем прогу GL Tools. В нее заходим. Там выбираем приложение Dead by Daylight. Включаем настройки. Ну, это уже я нажал. 16-битную вот эту всю херню тоже я прокликнул. Ничего этого не было. Экранный счетчик. Вот маскировка GPU. Я, короче, врубил. И выбрал применить шаблон Adreno 430. Мне это заработало. Мне интересно. Ну, давайте посмотрим. Вот. 430, вот 630 используется уже вот это, да? Ну, тут давайте изменим на 430 и посмотрим, будет ли это работать. Если это будет работать, я скажу аллилуйя. А если это будет работать хорошо, например, как PUBG или Call of Duty, нет. Он послал нас нахер. Походу, слишком новая версия. Это тоже новейшая версия. О, смотрите, тут у нас другое дело. Ой, чё, полноэкранный режим вошел. Ну ладно. Чё, запустится? Ну, нахер пошлёт, потому что у него соответствия не будет. Да? Верно, я скажу. Верно, я скажу. Давайте 500. Так, 630 мы пробовали. Пробовали, да? Да. Он нас послал нахер. 3, 2, 1, 0. Give Jopu. Правильно делаешь.
применяем шаблон 540. Заходим. Пошлет нас тоже нахрен, потому что OpenGL не поддерживается. Так, короче, 3.2 не поддерживается, да? Ну, да, тоже 530. 430 поддерживается, видите, да? OpenGL какой. О! Во, давайте вот так попробуем. С такими настройками я еще не запускал. Возможно, прокатит. Опа, запустилась задачка. Давайте потестим, давайте потестим. Так, 100%. Все четненько, четненько. Так, но у нас вроде как нет. Сейчас узнаем. Время 3 часа ночи. Помните, первая часть видео была записана в час ночи, кажется, или вообще полдвенадцатого. А вот такой херовый байс. Завтра на работу к 8 е. Полоцкий городовой. Нравится ли вам приложение? Нет, ужасно. В эмуляторе хер запустишь. Так, обучение убийца. Давайте посмотрим отрисовку. Вообще, на самом деле, не сравнивайте обучение и нормальный матч. А, вот тут прорисовка говно. Видите, маленькая, и лагать сейчас будет. Да, это непонятно. Да, отрисовка маленькая. Давайте посмотрим. Там еще Т760 выбрали, да? Ага, на 880-м уже идет 3.2. Да, нас нахер послали. О, я понял, что прикол. Тут давайте поставим так. Тут поставим вот так. Тут поставим, чем поставим, 430 Adreno, 8 гигов памяти, ой, и 4-ядерный процик, или чё, или давайте 8-ядерный процик поставим. Дальше. Можно вот так сделать еще. Давайте попробуем. Может быть, так будет работать. Мне кажется, вообще BlueStack работает как раз на этой технологии. О. Чуть быстрее работать стало. Или мне кажется. Надо будет чекнуть. Райан, кажется, ребята, быстрее стало работать. Да, прям загрузка, видали, как быстренько крутится. Походу я все. Замутил вам игру. Залью это видео, наберу 1 000 000 000 просмотров. Длится на 8 минут уже. Оптимизация игры. Момент истины. Ну, хз, давайте. Присоединимся в матч. Смотрите, анимашка плавает, тут все четко. Анимашки быстрые, видали, да? Ну это потому что элементы интерфейса там они, скорее всего, в виде 2D какой-то херовый сделан. Вот 3D посложнее. 3D посложнее.
Бомбонечки, бомбиночки, бомбастерочки, бомбалейла. Встречаемся чуть так. Понятно. О, нифига. Нет, у нас что-то произошло. У нас опять отрисовка миллиметрическая. Ну и лагает там же. Без понтов. PS22, окей. Ну, в некоторых местах как бы хорошо. Ну это бред так играть, конечно. Сейчас здесь как-то стукается. Дядька где-то рядом. Грабень. 25 FPS. Ну на телефоне сразу скажу. Это в 100 тысяч раз удобнее. И чё? А, вот очищение мы получили 1000. Нет. Где тут? Да, вот если в пол смотреть более-менее. Слышите, вот играть вот так надо, походу. В пол смотреть. Давайте, кстати, попробуем. Графон изменить. Не, ограничений чисто кадров не будем. Тут поставим авто, да? О, фига. Что, выросло у нас? Смотрите, как вот так вот играет. Вы видите что-то? А вон я видел его справа. Ну, он близко. Короче, вот как-то так. 18 FPS. Это наша вот игруля. При этом без разницы, на высоких вы играете. Низких. Ну и как бы вот еще чувствительность камеры поменьше надо сделать.
Кстати, сейчас попробую загуглить. Версия. Android. А, OpenGL вообще-то. Стоп, это OpenCL вообще-то. OpenGL. ES. Version Android. Вот это да, юпас. 3.1. Бывает. 3.2. Чё, всё я? Вообще эта игрушка вообще на OpenGL сделали. Вот они крейзи вообще. Сглаживание. Давайте, кстати, попробуем отключить сглаживание. Так сделаем. Так сделаем. Что еще сделаем? Давайте вот последний чек. Я иду спать полчетвертого. Вот я дебил вообще. Ну вот как бы. Работает же? Работает. То есть, что вам нужно? Это первое. Скачать BlueStack 4, 64-битный и Android 64-битный. О, смотрите, кажись, мы что-то сделали, стало лучше. Ладно. Дальше что нам надо? Второе. Это. Скачать. Сейчас скажу, что скачать. Так. О. Кеш. Вот по этой ссылочке качайте АПК и кэш. Устанавливайте это все дело с помощью вот этой проги. Очень крутая прога. Далее. Далее. Вот эту бодягу скачаем. BlueStack Tweaker 6. Слушайте, FPS подросло. Видали? Либо это просто карта. Либо у меня будет люди. FPS реально. Сейчас уже более-менее играть можно. Сейчас проверим, куда это можно. Thank you.
Вот эту галочку ставим. Настраиваем. Плюс так, седьмое. Настраиваем. GL Tools. Вот тут галочку ставим. Тут галочку ставим. Тут галочки ставим. Тут везде галочки ставим. Все? Ёпта. А, нет, не все. Вот тут галочки поставили и применили шаблон 430 от Дрена. Видите, да? И все, все будет работать. Все, всем хорошего, собственно, дня, вечера, ночи. Я сделал это дерьмо, сидел часа 4, пытался запустить игру. Пожалуй, в жопу играть все равно не буду.